Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон и морская свинья, и мы продолжаем играть Saints Row 3 кооператив на прохождение безумия, да, поэтому... игры. Время избить женщину, иди сюда. Ща, как будет тебе избиение? Нет, мы должны это показать. Что? Я другую бью. Вот так правильно. Я убила ее? Что с ней стало, с Тривон Ту? Нет, ты убила ее, теперь тебя арестуют. Че ей? Ну что она мне покажет, а? Ну и что она мне делает? Ну и что она? Смотри, она стоит просто. Ну а что, она тебя бить должна, что ли? Она ушла, все, ты победила. Обиделась. Ты победила словесно в бою шлюху. Этот вообще наркоман какой-то. Смотри, какая прикольная вывеска. Где? Я сюда иду. Где? Где? Я иду в стриптиз-клуб. Эй! Ладно, поехали. Иди, веди машину, я хочу виндсерфинг попробовать. То есть не винт, а... Ой, у тебя ничего не получится. Карсерфинг. Это ауди. Ауди, да мне плевать, что ли. Так, автосерфинг, давай. Блин, мы убили мужика. О, я могу встать на руки. Ву! Yeah, bitches! Какие тебе бичи? Постой, а где мы? Куда нам идти-то? Ну, да, так, сейчас, я открою карту. Я тоже сейчас открою карту. Не открывай карту, я открою карту. Вот я открыла карту. Все, я поставил GPS, поехали. Я тоже поставил GPS. Все, еду на руках. Я еду на руках. И никто мне не указ. Никто! Я за рулем, поэтому ничего страшного. Подожди, стой, стой, вернись! Вернись, эту Шонди бросили. Стоп, видишь, время идет. Да, да, время идет. Где она вообще? Сдай назад, сейчас время кончится. Она погибнет. Что это сейчас? Что это так? Она приехала на машине, слышь? Вот это клевая женщина. Отъедь, отъедь. Отъедь, она выйти не может. Ты садись в машину или что там, лети на ней. Шонди, что она... Вот, она сейчас сядет. Да, ты за она сядет или нет? Откуда я знаю? Она и побибикать может. Как тут бибикнуть? А, я тут классическую музыку буду слушать, короче, все. Вот, я сказал. Села. Классическая музыка. Да, блин, она без меня не садится. Да она... С ума сошла, что ли? Я сяду на мотик. Я так тебе сейчас сядь. Не, ну молодцы, ребята, конечно. Садись к любому же, что держи. Эй, а я? Поехали, я покажу тебе дорогу. И у меня тоже есть GPS. Господи, что тут происходит? Что за улица? Что ты делаешь? Я тут женщина чуть не остановила. Ничего страшного. Музыка у меня тут играет. Ничего страшного. Как радио-то переключать? С. С. Крайм. 95 Так, спокойно, никого не задавили. Ща я тебя догоню. Ай, да ты догонишь, да, конечно. Конечно. Я лучше всех. Я лучше всех, нет. Как же ты меня обгоняешь-то? Я потому что мастер вождения. Конечно. Мы разбились. Вот вам, сейчас давить буду вас. Нет, не смей. Нормально, я как будто не в команде тут. Да, вот так, дорогие друзья, меня кинули. Будешь одна добираться. Любовная парочка с Шонди. Вон, Шонди мне уже делится своими грязными тайнами. А почему она со мной не делится? Я же... О, круто, здесь есть круиз-контроль. Все, я, короче, пошла. Ух ты, смотри, миссия может какая-то. Купать что-то. Купить оружие. Патроны, гранаты, улучшить оружие. Что у меня за оружие в арсенале? Так, у меня тег Z, 10 уровень. Я 1. Тоже. Ну да, это самое такое. Так, купить и улучшить оружие. Что здесь есть? Боевиков недоступно. А, вот, смотри-ка, есть тут цветок смерти. Он стоит 5000 баксов, а я нищеброд. У меня 178 всего. Угу, у меня тоже денег мало. Я биту, может, куплю. Короче, тут можно патроны разве что купить, вот что. Короче, я накуплю патронов. Все, больше у меня денег нет. Коктейль Молотова. У меня тоже, блин. Все, у меня только на патроны хватило. О, смотри, какая тачка. Хватай ее. Что он делает? Он меня просто задавил. Где ты? Просто задавил и уехал. А вот о, вы где. Слышь, отлично. Что вы делаете тут? О, вдвоем. Смотри, какой...
грузовичок-то? Подождите, сейчас я прыгну. А на нем можно серфить, интересно? Не знаю. Да. Так. Я поведу аккуратно. Так, аккуратнее. Интересно, красными точками кто отмечается? Бандюганы? Держись. Держись. Так, спокойно. Я кого-то задавил? Оу, щит. А ну нифига себе, она еще... Так смешно падаешь. Давай, садись. Поехали. Нет, эй, стойте, кажется, он хочет... Какой-то урод. Сейчас. Давай, сейчас, давай, пока он не выкинул что-нибудь внезапное. О, отлично, поехали. С дороги. А как ты на руки вставал? А, там появляется кнопка «Встать на руки». Прямо во время серфинга. А у меня что-то нет такого? Нет, ну может здесь нельзя остановиться. О, мент какой-то. Ох, нифига себе. Кажется, я взорвал его. Блин, да что за бандюган? Давай вылезем, перебьем их. Давай, ты где? Как оружие там вот достать? Вот. Где мой пестер? Как оружие достать? Колесико. А, у тебя же его нет. Сколько раз говорить, что у меня его нет. Ну-ка, покрути-ка свое колесико. Ах, прости, у тебя же его нет. Все, поняла, как надо. Так, вот. Все. Ну, 1, 2, 3. Так, вылезай. Вылезай из машины, ублюдок. Кого стреляет? Какого хрена? Почему это не GTA? В GTA все... А, этот меня вообще сбил уже. Меня тоже. Какого хрена? Сволочи. Мы доедем сегодня вообще. Да, блин, она все время садится впереди меня. То есть тебя. Давай, будешь серфить. Отлично. А чё, от скорости зависит баланс или нет? Не знаю. Или тут только просто... от поворотов? Тут просто надо самим... Мне кажется, все равно от того, как я веду, что-то меняется. Так! Я же сказал. А, слышь, там бандюганы. Пошли их мочить. Все офигели уже. Сейчас я возьму... Назад. Подожди, мы в военный склад пошли грабить? А, да. Ну да, действительно. Где же еще достать оружие, кроме как на военном складе? О, смотри-ка. Можно поменять на К-Кобра-1. Где ты нашел его? Вот. Да. Да, блин, я в машину лезу. Ну где? Эй, во-во-во. Классно, смотри, дробаш, походу, какой-то. Угу. Хоп. Жали. Хоп. Не, нам, похоже, не сюда. Нам куда-то... Выпустите меня! Уу! Нифига себе, я тут спрыгнул. Назад, уроды. Да уж, а я не допрыгнул. Сейчас я к вам приду. Из меня начинается тусовка, да? Я через перила перепрыгнул. А я не допрыгнула. Ох ты! Блин, ну по яйцам тут бить, это, конечно, жестко. Где этот гад? Вот он. Блин, я что-то прыгаешь. Я хотел ему по яйцам еще раз врезать, но что-то не ту кнопку нажал. Надо же там типа с разбегу. Как с разбегу, я не понимаю. Просто бежишь и F нажимаешь? Да. Нет, шифтом и драться вроде нет. А нет, бежишь и F нажимаешь. Да блин. Его ногами забью. Зато какой свет идет. Сзади. Я просто бегу вот так напролом. Получай, получай. У них тут что, только дробовики, что ли? Я не понимаю. Кстати, у нас уже 3 звездочки. Офигенно. Ничего страшного, я тут всех мочу. Че, с фонариком? Всё? По-моему, мы сделали миссию. Так. Ух ты, ничего себе, БПЛА. БПЛА? БПЛА, это типа беспилотный летательный аппарат. Круто. Я хочу таким поуправлять. Куда мне идти-то? Вон, там нас уже встречают, смотри. Уже встречают? Слушай. Папарацци. О, господи, тут еще щитами. Я все время прыгаю через перила и падаю куда-то. Блин, так убить могут. Надо смотри, с щитом ползет. Ох, ё, меня каким-то током ударило, блин. Да? Меня колбасит. Назад, блин. Сволочи. Да не, я что-то пока что какой-то бессмертный. Да, у меня что-то красным все горит. А, и ну да, вот теперь... Вот теперь меня могут и убить, действительно. Меня-то тем более, меня тут окружили. О, смотри, можно щит поднять. Давайте, сволочи, меня сейчас прикончат. Так, подожди, что?
Что? Вы бросаете своих товарищей. Офигенно. Так, ты бросил меня? Я бросил. Да скорее всего это из-за Шонди. Лично за ней приходится таскаться. Зачем мы ее берем? Можно ее как-нибудь убрать? Не знаю, мне тебя хватает для этого безумия. Не, ну видишь, это чтобы одному не было скучно играть, дают Шонди. Но я-то не один. Настроен. О, взрывай красную бочку. Чего она не взрывает? Чё она не взрывается? О, о! Вау! Вот! Ух, нифига себе, ты смотри! Ползут такие глаза, ползут, нормально, да, вообще. Каракатицы какие-то, я отойду от них. Да. Ой, я выбежала. О, да. Убийство специалиста, мне за это, да? Блин, я даже когда к нему подхожу, он все равно не перестает, он все равно ползает на карте. На карте. Смотри, он. О, о, ты щит взяла. Да, блин, теперь ну-ка. Я буду ползать. Теперь ух, моя очередь. Смотри, я просто их убиваю. Никто меня не может поймать. Ну да, это офигенно. Ты их считай. Давай, мы идем морской свиньей. По-пластунски. Военно. Ой, блин, я щит бросил. Как я могла это сделать? Ну-ка, все, ща. Ты где там? Можно бежать с ним? Нифига себе, видал, там что-то взорвалось. Походу, пирс едет. О, он даже летит. Неплохо. Там пони. У них на значке военном пони. Кто-то пересмотрел мультик, говорит. Беги, усач, беги. My little pony. Ну, что ж так долго-то загружается? Давай, пирс, спасай. Ты что-то не понял, зачем мы пошли на эту военную базу? Ну как, оружие натырить? У нас же нет никакого оружия, чтобы воевать с этой бандой новой, которая отобрала все территории и откинула нас в самое говенное вообще, в самое дерево. Ну все, начал. Самые говенные районы. Теперь нужно... Не надо все по новой рассказывать. Все отбивать нужно сначала и захватывать власть. Да, а потом мы будем покупать одежду, всякие крутые штучки. Угу. И усы. Ты усы будешь покупать? Конечно. Носи усы. Носи не сы. Носи трусы. Да что ж такое, все грузится и грузится. Что за фигня-то? О! Все, теперь нормально. Ух ты, вот! Ты БПЛА тоже управляешь? Да. Офигенно. Так. В кого я должен стрелять-то? Я не знаю. Наверное, нужно в зеленых стрелять. Нет, зеленые это наши. Да почему их тогда трое? Надо защищать вертолет. А, точно. Танк, взрывай танк. Ядрить, сударь, я лох. Ой, я приблизить могу. Нет, я упал. Что за фигня? Да, я тоже почему-то упала. Я не знаю, что происходит. Может, временные какие-то? БПЛА эти. Не знаю, но это офигенно, конечно. А, у них ракеты конечные. Вот почему он падает. Типа, заканчивается запас. О, смотри, с моста едут. Да. Блин, а чё я опять упал? У тебя ракеты кончились. Тебе говорю, он типа сбрасывает его. Он когда еще падает, ты можешь тоже управлять и наводиться прямо во врага. Типа он взрывом будет уничтожать. О, отлично. Какой-то Лорен, кого-то они спасти хотят. Я пока не понял, кого. О-о-о, смотри-ка, танк еще едет с другого моста. Давай. Я его взорвал, круто. Отлично, я тоже взорвал. Кстати, этот почему-то у меня не падает. Может, если на правую кнопку нажать? А, смотри, ЛКМ, неуправляемая ракета. О, точно. Да-да, а ПКМ, управляемая. Вот почему. Еще можно выйти из спутника, но я не думаю, что это хороший вариант. Из дробовика на танк. Дробовиком. Вот так. С дробовичками. Упреждающий огонь. Офигенно. Прям мочил его. Ох так, шикарно. Блин, а он с этим чемоданчиком так и ходит. Так, надо на вертик. Скорее. На вертик. Постой. Чё, я упал-то как идиот? Я просто бегу и упал.
споткнулся. Вау, нифига себе. Довольно динамичное начало. Даже уж давно не начало, кстати. Концовочка. Смотри, я вижу тебя, когда сидишь. Ну, это вон рядом сидишь со мной. Посмотрели так. Не могу. А, вот здесь еще у меня целая куча. Они все ракеты пускают. Блин, вот почему мы с танков скинулись, я не знаю. На танках было так клево, с ней ракеты спускали. Да. Ну, потому что мы решили сваливать. Нельзя же вечно от них отбиваться. Да. Нужно попасть в безопасное место. Если вон он. Мы попали. Вон он. Мне бы в небо. Блин, не попадай. Отлично. Ох, хорошие пулеметики. А кто у нас за рулем? Шаунди или кто? А, да Пирс же прилетел за нами. Ты чего? Пирс, точно. А Шонди где? Пирса. Наверное, на другой стороне сидит или не знаю. У меня какая-то ачивка там, как Магеллан. Ага, у меня тоже. Интересно, что она значит. Магеллан, вертики взрывать? Это же который это. Ну, он там путешественник что-то открыл. Да. А больше я и не помню, к сожалению. Обязательно надо прочитать. Забновить свои. Подожди, они украли... Они, мать его, ракету украли. Ты смотри, на другом вертолете. Ага. Зачем вам ракета? Это попа вообще. Описано, ну то есть да, это боеголовка. Защитите, да. Так, все, видимо, защитили. Надеюсь. Или обалдеть. У нас сейчас тот большой бум. Зачем? Зачем они украли боеголовку? Сейчас узнаем, вот Пирс. So what's next? What's next is you go back to Stillwater. What? No, this is my fight too. Girl, you don't get messy. Да, вон, Пирс все правильно говорит. Джонни? А Джонни умер, что ли? Ну да, походу. Так стоп, он живой. В четвертой части почему-то в трейлере он сидит. Да? Да. Ну видишь, ты заспойлил. Да я думаю, все, кто играл. Ну видели же, все равно китаец такой в очках. Джонни Кейдж. Джонни Кейдж. Нам понадобятся пушки. Бабки. 4000 даже дали. Плохо. О, второй авторитет. Круто, конечно. Да. О, у меня жилье появилось. Жилье, квартира бывшего Шонди. Отлично. Вот здесь можно и переодеться. Во, беспилотник жнец. Нифига себе, жнец с Mass Effect. В святых в своем телефоне вы найдете цели для уничтожения, понятно. Это всякие, видимо, дополнительные миссии. Всякие. Ага, это приемчики всякие. Все будем изучать. Да, видимо, долго это мы будем делать. Вау! Ты тоже тут? Боевой взрывной набор. В вашем гардеробе, арсенале доступен загружаемый контент. А, мне сейчас будут давать кучу всяких дополнений. Набор атака... У меня тоже маски Team Fortress 2 есть. Набор атака акулы. Набор... Что ты делаешь в моем доме? А ну-ка набор в яблочко. Круто, сейчас я... сейчас переоденусь. Набор веселка. А, точно, этот такой котяра, знаешь. Ага, да-да. Набор стиль Z, набор воина, набор непобедимости. А, мне читы доступны, ничего себе. Набор ночного клинка, набор спецмашин. Ух ты, тачка Бэтмена, походу. Ух ты, супер вертолет. Обалдеть. Комплект Чипи Ди. Кубок Дженки 7. Когда они кончатся-то? Я там столько DLC, видимо, купил вместе с этим набором. Так. Дополнительный... А, вот, маски Team Fortress. Девичий комплект Дженки. Ты там молодец, видимо, накупился. Набор ужасов. Ну там, за 125 рублей. Почему на мне надеты трусики Шаунди? Она тебя одолжила. Комплект банды Стилвотера. Гангстеры в космосе. Набор пентхаус. Проблемы с клонами. Это дополнительные миссии, видимо. Чародейки и члены. Что? Все, на этом... На чародейках и членах у меня закончился список. Так, есть система доступа. Прикольная берлога-то, слушай. Такая уютненькая, я бы даже сказал. Два телека? Зачем здесь два телека? Один типа олдскульный, а второй, в общем-то, тоже олдскульный. Так, что тут у нас? Система доступа, да? На что нажимать-то?
В смысле? Да-да, Е. А, гардероб. Я оделась. Костюмчики. Вау, какие у меня тут шмотки есть. Ёлы-палы. Ну-ка. Хватит хвастаться, давай. Всё. Я пока по дому покажу. Все, ты должна это увидеть. Давай. Да блин, что я только покинуть жилище могу? Гардероб, гараж. Вау, какой красивый костюм. Классные шмотки, а? Тебе очень идет. Да как мне выйти-то отсюда, блин? Я не хочу покидать. А, вот. Смотри, какие, а? Какие платформы, юбочка, а? Офигенно. Ты выглядишь очень мило. Очень по-гейски. Я что-нибудь другое все-таки, я думаю, найду так. Кромсатель, ниндзя. Оборотень, я могу в этом. Шкуру оборотня. В рыцарские доспехи, в самурайские доспехи. О, боже мой. Что ты там делаешь? Я возвращаюсь обратно. Ты должна это увидеть. Где ты ходишь? А вот ты. О, какой красивый. Мне кажется, это больше женщина выйдет. Посмотрится мужикам как-то не очень. Смотри на это. Так секси. Какое безумие, боже мой. Че ты там нажал-то? Ты нажал вот, сначала всё. Тоже. Я тебе в отместку. Так. Вся, по-моему, грудь даже увеличилась. Дай-ка посмотреть справа. О, больше, чем моя уже. С ума сойти, я бы хот-дога могу. Боже мой, юбка королевы воинов. Давай-давай, одевай. Ты посмотри на это. Это же просто... Ты исчез, вау. Ты просто какой-то праздник. А он голым может быть? Не, походу не может. Это будет фурор, по-моему. У меня есть еще обычные костюмы. Какие-то чудорские солдаты. Все, короче, давай ты так будешь, а я так. Да лето нет. На дворе, давай вообще голышом ходить. Это слишком по-гейски, я так не хочу. Ой, да ладно тебе, ты что, гомофоб? Ну, наверное, да. Как так? А ты что, гомофил? Нет. Но я не против совсем. И даже если ты будешь так одеваться, это даже мило. Ну, надо что-нибудь выбрать нормальное. Ну там есть мужская одежда, ты просто женскую почему-то... Да, есть, но тут в основном какое-то гейство. Нет, ну есть нормальные костюмы. Ну и гейства тоже вполне много. Костюм кровавой монашки. О! Можно вообще, да, в трусах ходить, конечно, можно. Я тоже в трусах хожу. Что? Ты в трусах ходишь? Лето на дворе, ты чё? Мне надо это увидеть. Да ты врёшь, вон, не в трусах, я видел. Но я же и в лифчике. И с парашютом еще. Где ты? Каким парашютом стоять? Я с парашютом. Нормально в трусах выглядит. Вот что называется в трусах. А, меня могут увидеть. Папарацци, бегите сюда. Голый. Я пока познакомлюсь с людьми. Ух ты, смотри, вот это вот, я понимаю, по-гейски. Смотри, у него самурайский меч за спиной. Вот это парень. Сейчас я одену. Специалист Моргенштерна. Запястье еще есть. Ух ты, я себе кольца могу всякие напять. Мотоцы. Смотри, тут как-то парни одеваются странно. Так же, как ты в юбочку одевался, только они. А вот баба. Серьги мне не нужны. Ух ты, я не могу нижнее белье сменить. А нет. О, я могу вообще его снять. Так, это жестоко. Правда? Правда, тут хорошо, что... О. Хорошо, что тут просто пикселями все это будет загоражено. Да? Ага, правда? Правда. Ну попробуй сними, я тут стою. Да я уже хочу. Я уже хочу одеться нормально, блин. А у меня одежды вообще нет. Я вообще нищий какой-то. Нищеброд. У тебя обычная версия, типа. У меня только какие-то маски Team Fortress, блин, какие-то страшные. Не, да я, конечно, понимаю, что антенна какая-то еще на башке можно сделать. Некрасиво как-то все. А, тут можно, в общем, либо сразу костюм напялить на себя, либо одевать по очереди там, то еще пятое, десятое. Солдат Моргенштерна, это жесть. Так, все, ладно, хватит. Чё тут еще, гараж. О, в лифчике стоишь. Я думаю, может, тебя что-то... Angry Tiger, о, у меня есть этот, мотик тигр. Розовая машинка, грустная панда.
тебя, блин, круто. Потехали. Ладно, все. Я так уже. Мне уже нечего тут делать. Да ты у нас тут модник. Не знаю, где ты вообще находишься. О, я сел, короче, в машину. Давай выходи наружу. Сейчас будем... Как мне отсюда выехать-то, блин? Так где вообще? Я застрял. Что за дрянь, я застрял. Так ты в той машине, да, которая проехала? Да. Сейчас бешеная. Нет, вот, я стреляю. Постой, а это чья машина? А, это не твоя машина? Нет, я почему-то... Я застрял, блин. А я к чьей машине пришла? Стоп, ты где? Вон ты. Что за женщина бежит, как ошалела? Увидела тебя голову, что ли? Нифига себе! Во! Что вообще такое? Вот это броневичок, то, что надо. Сайенс, садись. Я пытаюсь, я нажала, она вон ищет проход. Что, нельзя, что ли? Она ищет проход, но она нет. Она идет такая медленно. Вау. Вот, давай, у тебя я отдельная... У тебя отдельная пушка, нифига себе. Вот это я понимаю. Люди, берегитесь, сумасшедший вышел. Кошмар. Блин, я, правда, не очень понимаю пока, как этой штукой управлять. Она не как машина управляется, потому что это танк, типа, у нее... А постой, это у тебя тоже, да, с дополнением вышло? Да-да, это все дополнение. Это супер дополнение. Это просто безумие какое. Там еще куча всякой ерунды. Я в небо стреляю. Так, нам надо явно какую-то миссию взять. А что, круто тут оказалось стоит. Это ты? Да. В красном плаще? Буду в красном плаще ходить. Красный плащ? Все же лучше, чем лифчик. Конечно. Можно еще в рыцарские доспехи одеться. Так. Хватит там одеваться, модник. Подожди, я должен взять какое-нибудь крутое оружие. Так. Ух ты, вот это классно. Буду осьминогами стрелять. Так, это что такое за хрень? Какими осьминогами? Во, здесь у меня есть пушка, которая рыбами стреляет. Так, сейчас. Пестель. О, какой пестель, клёвый. Все, короче. Угу. Так, как-то мне надо миссию здесь взять. Ну нифига себе тут творится, смотри. Из-за нашего танка тут какой-то кошмар творится, все друг друга давят. Сейчас я пойму, как взять миссию. У меня раньше была кнопка, типа, взять миссию, да, а сейчас что-то нет нифига. Может, ты взяла уже ее? Залезай! Подожди. Как миссию? Как же это задание? В смысле? Так надо это, просто ехать к нему. Нет? Кому к нему? К нему? Кому к нему? Вот, а где, типа? Типа, знак вопроса, что ли, где стоит? А я не знаю, что за знак вопроса вообще. Ну ладно, я поставил на GPS, ты видишь GPS-ку? Да. Все, поехали. Что это такое, это задание, да? Угу. Поехали, если ты сможешь им управлять. Подожди-ка, надо мне свой GPS поставить, а то она не видит его. Ну чё, ну я поставлю. Все, сейчас попробуем. Блин, на джойстике тоже можно, в принципе. Роб, джойстики. Нет, джойстик же еще есть. Эй, мы сейчас упадем. Назад, назад, назад. Сейчас, все будет. По встречке едем, как это. Я всегда любил устраивать хаос. Но в этой игре, походу, они произошли. Все что угодно. Нормально такой сидеть в красном плаще. Никакой GTA не даст такого, конечно, да. Сейчас как-то медленно мы. Ну, танк же все-таки. Зато бронебойно такая. Блин, надо было взять какой-нибудь самолет. О, я тоже могу стрелять. Ну да, у тебя еще на правую кнопку другое оружие. О, да. Смотри, где-то враги рядом. Не, только вниз не прыгай. Вниз не надо. Не надо, мне, кстати, шестого форсажа напоминает этот танк. Тоже на таком же шоссе там ехали. Блин, мы так год будем ехать. Это весело. Зато танк четкий, конечно. Что и говорить. Симпатичный такой фиолетовый. А ты можешь мне вещи передать, нет? Нет, я же их купил за реальные деньги. Как я их смогу передать? Как ты можешь? А подарить? Ага. Подарок другу. Блин, че машины все не оставили тут на дороге? Какие-то обугленные машины. Ну правильно, я же их сжег. Все в порядке, я жгу людей. Представляешь, это... смотри на эту дамочку. Где? Когда жить будет после того, что сейчас происходит?
У нее земля под ногами горит. Да мы сейчас упадем, что ты делаешь? Стой, стой, я просто смотрю на дамочку, ты сам сказал. Давай его. О, сейчас будет горка. Готовимся. За нами уже полицейские какие-то увязались. Жги их. Кажется, кажется, они хотят меня остановить. О, едут, ты смотри. Посмотри, какие наивные. Блин, какие я боюсь, упертые, сейчас, да? Сейчас мы приедем, и у нас тут... Давай, направо, 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 он врет. Он врет, этот GPS. В смысле? Направо надо было. Как видишь? Он врет? А он показывает, что там разворот, и потом... Это... В общем, он по правилам дорожного движения. Сволочь! Соврал. Так, нет. Человек, нет, 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 я его задавила. Человек, мы уже убили около сотни. А я не хотела задавливать. Что это, смотри? Ладно, я вылезаю, короче. Начать совместное задание, да. Сейчас наконец-то, наконец-то мы до миссии доехали. Ох, вау. Ничего себе! Наносите ущерб собственности на 225 тысяч долларов, пока не истекло время. Блин, офигенно. Это нормально вообще? Это просто идеально. Я буду стрелять из пулемета и взрывать. Взрывать! Боже мой, как же я люблю взрывать. На танках таки едем. Подожди, я не помню, мы что, соревнуемся, что ли? Не знаю. Но я явно тебя обгоняю. Да. Сколько у тебя уже денег? У меня? Там написано, желтенько. 72. О, отлично. Грузовичок спецназа. Успешно. О, хорошо. Да блин, мешает. Так неудобно-то. Ага. Давай, давай, давай. Куда же я там целюсь-то? Понятно даже. Все равно куда-то вот стреляю, просто даже. Просто не целюсь. И все равно какой-то ущерб наш вон там, сколько денег всяких. Сколько у тебя уж денег? 117 тысяч баксов. О, взрывай ментов. Ох, офигенно. 5 тысяч за тачку дали. Да. Да, смерть и разрушение. Еще, еще чуть-чуть. Где время? Еще минута целая, нормально, посмотри. В красных стоят такие лохи. Комбо 70 уже. Офигеть, 71. Да. Блин, а комбо. Комбо испортил, куда ты едешь? Какой комбо? Как делать комбо? Ну просто оно набивается. Справа внизу. Почти внизу. О, приехали. Приехали они сюда на машинке на своей. Глупцы. Эй, меня-то не надо. Это все равно без толку. Да я знаю, я случайно. Вот так. Еще чуть-чуть. 27 секунд, нам еще 25 тысяч баксов надо набить. Так. О. Ща. Что-нибудь выдаю. О, неплохо. Блин, надо скорее найти кого-нибудь. 17 секунд. Давай. Давай. Мы справимся. 234. 237. Есть! Есть! Мы справились! Фу, слава богу. Теперь можно поразвлекаться. Блин, а где еще? Нет больше никого. Можно просто в здание, кстати, стрелять, и тоже будут бабки. Да? Да, ну как же, там же мирные жители. Кто-то сейчас сидит, бутерброд ест, чаем. К нему танк подъехал. Танковый разгром пройдено. Круто. Отлично. Третьетик. Моргенштерн? Контроль района. А, ну да, мы типа, видишь, какую-то ерунду делаем, и нам за это контроль района дают даже. Неплохо. Так, а где танк? Знаешь, у тебя плащ какой-то у эксбиционистов каких-то. Смотри, в нас стреляет коп. Давай его убьем. Эй, что ты с ним сделал? О, тап, доступно новое задание. Я просто его избила, что такое? О, пошли. Подтверждение начала задания. Давай, так. Все. На! А вот и я, называется. Смотри, он живой! Смотри, вот гад! Смотри, смотри, да блин, ты все испортила! Ну-ка, отпусти-ка его! А вот и нет! Нет, что ты делаешь? Ты у меня на мушке! Ладно, бери его! Он твой! Нет, кажется, ты его убила. Смотри, это враги, разве? Мне нужна тачка. Нам нужна тачка. Какой-то жердяй тут сидит. Пошел. Ух, нифига себе, он его еще дверью огрел. Это жестко.
Садись, садись, нам пора сваливать. Ты где? А, я думал, ты в полицейской машине. Как здесь бибик? Вау, ты видел? Я это... Нет, что ты сделал? Залетела прям в машину. Прям залетела? Да. Как вихрь? Да, реально, она вот так... Как неуправляемый сурок. Какой сурок? Сурок неуправляемый. Да блин, что-то здесь не проехать. Отстой. Эй, за нами хвост. Надо отрываться. Давай, давай, я сейчас буду стрелять. Надо отстреливаться, да. Что, здесь тоже не... Блин, что-то все улицы перегорожены. Что по радио у нас отстой какой-то? О! Это вообще-то классика. Нет, какая это классика? В смысле, ну да, это классика. Я сейчас включил не классику. Я сейчас включил что-то не то. Это классика. Вот, 89 Gen X. Или у нас разные радиостанции, или ты что-то путаешь? У нас классика. У меня не классика. Наверное, может у каждого своя радиостанция? Видимо, да. Хорошо, что тут можно начинать миссии как бы с копами на хвосте. Тут замучаешься реально. Все отлично. Мы в безопасности. От них отрываться, потом начинать. Что сейчас? Что-то какая-то короткая. Ты пропустил, что ли? Нет. Ой, Пирса. Не, случайно. Так, садись, Пирс. А я? Так тут четырехдверная, садись, что ты? А, да? Конечно. Меня уже не берут. Что-то у Пирса такой гейский музон. В смысле? Сейчас я поставлю классику опять. Все? Да, у каждого, походу, свое радио. А эти тут все еще стоят, типа. Нормально вообще. Вот вам, вот вам. Классическая операция, смотри. Можно это сделать нам. Можно нам. Блин, я все время ведусь на этот поворот. Думаю, что тут можно проехать. Красивое нам лицо можно сделать. Только у нас денег пока нет. А где это? Это что, Пирс предлагает? Нет, там на карте есть. Карте? Там мужик, лицо мужика, и он в повязке доктора. Я думал, это просто типа докторюга. Хотя непонятно, зачем докторюга в этой игре. Но это типа там прическу менять, если хочешь. Ну да, теперь все стало на свои места. Макияж тебе нужно сменить. В красном плаще, черный плащ, ты красный плащ. Так, тихо. А, да, тюнинг типа. Что-то... У тебя тоже есть тюнинг, или ты просто что-то там делаешь? В смысле? Ну, а что делать? Я типа тюнингую тачку. А я нет. Можно всякие нитродвигатели поставить сейчас вот. Я тут что-то стою, смотрю. Ставил нитродвигатели. Это усиленная рама, прочные шины. Так. Вау, какие бугаи. Ногорез? Вот ногорез я точно хочу купить. Более за $150 резать ноги — это лучшее что? Предложение, я думаю. Какой ногорез? Ногорез купил себе. Так, детали корпуса, глушитель, памперы. Мы с Пирсом тут ждем тебя. Да. И спойлеры, вот сейчас спойлер себе поставлю какой-нибудь. В общем, в любом случае, я думаю, с моими дополнениями мне тут ничего тюнговать не надо. Так, сейчас, это цвет Пирс. Кузова. Он тут уже, знаешь, как это загинается. А что он тут, страдает там? Че, хочешь розовую машинку, хочешь? Нет. Мне нравится больше белый цвет. Давай белый цвет. Я возьму перламутровую. Пирс весь в крови, это ужасно. Рисунок конфет. Вот это будет то, что надо. Ладно, все, поехали. Эй, а вы куда исчезли? О, нагорез. Лучшая вещь на свете. Тут какие-то эти меня бабы окружают. Вау, фиолетовая. Прикольная. Хоп! Вон, смотри, я когда еду вперед, эти штуки выдвигаются. Ну это как с этим, с GTA. Так, и чего надо? Надо ехать, что ли, убивать там кого-то, походу, да? В кружочке в этом. Наверное. Да, точно. Блин, надо пушку достать. Они что, поют там, что? Кто? Походу, эти поют там в машине с Пирсом. Да-да-да, мой герой поет, и этот Пирс. Да? Ага. Так, где мои пушки? Так, во, смотри. У меня есть вот такая фигня. Она стреляет селедкой. Что? Ну-ка, стрельни, стрельни. Селедка? Селедка, да. Что я не видел. Видал? Смотри, 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 смотри.
Я стреляю, акула выныривает откуда-то из-под земли и сжирает его. Правда? Ты ну, смотри, как... все. Ну блин, селедка не долетает. Во, видала? Нет, давай еще. Сейчас. Давай, тупая. Че, у меня кончил? Блин, у меня селедка стрел кончилась. Так, осьминога стрел пошел. Смотри, пушка какая. Да-да, давай, попробуй еще. Они еще летят и смеются. Ага. Жесть какая. Я представляю, что будет в четвертой части. Наверное, раза в два больше безумия. Как тут перелезть-то? О! Смотри, они тут повсюду, на стене, вон, на перилах. Эти маленькие осьминожки. Потеха. Они еще живые. Да, они такие звуки издают. Ты эксплуатируешь бедных осьминожек. А, подожди-ка. А, это Mind Control, типа, он теперь за меня, смотри. У него осьминог на... Да, типа хэдкраба. Осьминог на голове. Потеха. Вот у этого постоянно? Да, видишь? Не видишь, что ли? У него из башки звездочки розовые сыпятся. А-а, меня не видно почему-то. Странно, ладно. Розовые звездочки. Да ему надо просто... Эй, что происходит? Что ты сделал? Я не знаю, что я сделал. Это его бить просто. А, не, вон, вижу, они, кажется, такие огромные. Вон, да. А я думала, они прям возле головы, ну прям точно в голове. Прям. Они прям вот в небе. Все, короче, операция завершена. Успешно. Ну что же, серия уже давно идет. Давай встретимся в следующей. Продолжим это безумие. У меня еще там куча всяких дополнений в загашнике. Надо все вообще, это... ты везучий. Надо все это. Да, я забашлял просто. Знаешь, просто задонать. Я хотел открыть парашют, но она не открыла. Ну что ж, дорогие друзья, встретимся мы в следующей части. С вами был Гидеон. И морская свинья. Ну блин, у тебя такие клевые штуки, что я тебе завидую. Всем пока. Всем пока.